Всем привет, ребята, я Демис, если кто не знал, как я выгляжу, я вот такой, да, и на самом деле... Чё, повёлся, да? Да чё ты, это, ты повёлся, что ли, реально? Ты повёлся, не ты? Ты? Ладно, ребят, поприкалывались и хватит. Первым делом я хочу сказать, наверное, во многих видео меня слышно то тихо, то громко, и все дело вот в наушниках SteelSeries, точнее в ихнем микрофоне, и я не знаю, в чем проблема. Вроде слышно хорошо, как бы запись голоса идет хорошая, но если ставить усиление плюс 20, меня слышно тихо, если ставить усиление плюс 30, меня слышно слишком громко, и найти золотую середину невозможно, так как регулирования больше нету там никакого. Но с этим как-нибудь потом разберусь, в принципе. И еще хотел сказать то, что как только наберется 1000 подписчиков, я создам свою группу, туда вы сможете оставлять заявки на вступление в клан. Также там вы сможете задавать какие-нибудь вопросы, и я буду, скорее всего, отвечать на них в виде видео, ну, примерно как сейчас. И еще, наверное, будет новая рубрика, помимо остальных видео, ну то есть фрагмовики будут выходить не так часто, даже я бы сказал редко, я уже об этом говорил, но будут постоянно выходить какие-то видео, вот тактические на разных картах с разным оружием, и вот новая рубрика, это будет скорее всего какие-нибудь перестрелки один на один на каждой карте, то есть допустим берем карту фабрику и я показываю какие-нибудь прострелы интересные, которые вы, возможно, не знали. Вот если смотрели последнюю игру на фабрике со Скаром, то наверняка увидели какой-нибудь прострел с более выгодной позицией, который вы не знали. И, может быть, для вас это будет чем-то новым и интересным. В принципе, почему бы и нет. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Удачи!